Всем здравствуйте. Хотел добраться до нашей мастерской, но все не получается, не хватает времени позаниматься. Решил я переделать МЗ на другую подвеску. Подвеску отпечатал на 3D принтере. Вот. Здесь и передняя, и задняя. Задняя как на Урале от ВПЛ. Так что попробуем. Сейчас все вот это дело соберем. И попробуем внедрить. Также здесь у меня есть задний бампер для будущего проекта КАМАЗ. Первым делом надо будет все эти детальки обработать и удалить поддержки. Сейчас подготовим их, все деталюшки. Вот. Обработаем их, подточим и прикинем, как они должны хоть у нас собираться. Вот, поддержки есть и под все отверстия. Вот, так что потихонечку обрезаем, подрезаем, аккуратненько, ничего не ломаем. Удаляем все ненужное, детальки в сторону. Потом мы их подтачиваем. Поддержка создается для того, чтобы деталь не висела в пустоте. Вот так она печатается, видите, она идет немножко наискосочек. Соответственно, здесь подложечка. И так как он печатается лежа, чтобы вот эта деталь у нас не висела в воздухе, создается вот такая вот подпорочка. Здесь вот такая. Мы ее вот это удаляем. Вот это то, что сбоку остается, мы аккуратненько подрезаем, а потом просто сейчас подточим. Пока в сторону. Сейчас все ненужное уберем и будем подтачивать. Вот то же самое. Видите, вот это вот круглое, это все нам не нужно. Убираем все это дело, потому что деталька висит в воздухе. А эти моментики мы потом просто возьмем аккуратненько. Вот что-то подрежем, чтобы поменьше точить, что-то подточим. Ну что, немножко поработали мы с пластиком. Вот это мусор, это детали, которые нам пригодятся. Сейчас посмотрим, подточим и попробуем собрать что-то из этого. Так, ну что, берем саморезики, болтики. И будем что-то пробовать собирать. Значит, что у нас получается? Вот это основная часть, которая стоит там у нас. К ней крепится вот это. Туда вот встало. Сейчас мы ее с вами притянем. Немножко великоват болтик, но
Посмотрим. И, в принципе, он не должен мешать, потому что здесь будут у нас тяги. Так, дальше идет вот такая у нас такой элемент. Вот он должен вставляться вот сюда вовнутрь. Проверяем, как он заходит. Так, чуть-чуть не до конца. Почему не до конца? Подточим. Одна сторона. Вторая сторона. Так, все село. Вот так вот это получается. Значит, берем и прикручиваем. Так, готово. Так, вот такой вот элемент получился. Сейчас я все это дело соберу, подточу, чтобы все работало. Вот, а потом мы с вами это все дело разберем и покрасим. Так, дальше одеваются вот такие вот элементы у нас. Вот сюда. Не налазит. Так, смотрим почему. А потому что здесь была поддержка, и она оставила такую вот наплойку. Так, вторая сторона тоже оделась. И сразу же нам надо сюда посмотреть болтик, который мы потом будем все это дело фиксировать. Так, смотрим, что у нас дальше. Дальше у нас будет находиться вот такая рессорина сверху, которая будет уже входить в элементы, установленные на мосты. Но сюда я, скорее всего, не буду ставить такие рессорины, а буду делать металлические. Так что посмотрим, что будет дальше. Подсобрал, значит, часть подвески. Вот. И вот эта вот часть вот жестковато ходит, вот она такая. Вот сейчас я ее опять раскручу. Сниму и просверлим ее сверлом чуть побольше. Возможно, здесь еще небольшое влияние имеет расширение внутреннее, когда болтик-то закручивается, все равно он немножко расширяет там. Вот, все. Тык-тык-тык, туда-сюда. Вот она быстро ходит. А это вот жестенько. Так что делаем со второй стороны то же самое, и вот такой вот у нас промежуточный результат уже есть. Здесь, значит, должны быть у нас вот такие вот, это на мосты у нас пойдет, вот такие вот у нас рессоры. Вот мы сделали уже вот такого плана рессоры металлические сразу, вот, которые будут туда вот входить сейчас. Вот так вот. И, соответственно, лучше работать. Так, ну что, пришло время разобрать. Здесь у меня кое-что готово. Вот, сейчас допечатается. Почему-то мало напечатал, не хватило мне элементов. И один элемент я сломал. Сейчас я его по-другому напечатаю, сделаю. А так вот уже эта система работает. Так, разбираю этот часть и пробую собирать переднюю подвеску. Так, раскидал, значит, машинку я. Открутил кабину, открутил кузов. Вот, получилось. Мост открутил чуть-чуть. Разбираем дальше. Тут у меня кое-что уже модернизировано. Сейчас все откидываю и проверяю переднюю подвеску. Можно ли будет вообще ее сюда установить? Потому что
на МЗ-те сама высота вот этих выше, чем у ВПЛа. Вот, ВПЛовские очень маленькие, а эти большие. Вот как сюда это дело все сделать, сейчас я буду думать, вообще пойдет ли это сюда или не пойдет. Делать вот сюда эти рессорки, они получатся очень маленькие. Скорее всего, сейчас я пойду, изменю проект и вот эти растяну до вот таких. Тут и рама в два раза толще. Придется что-то мудрить. Потому что просто так это сюда не встанет. Она и широкая. Сейчас я их просто попробую увеличить в процентном соотношении и попробую напечатать. Так что пока что в сторонку. Тут можно единственное, что попробовать. Она и это маленькая для МЗ-то. МЗ намного крупнее модель. Так что пока что рекламная пауза.